С вами компания «Электромотор». Мы хотим представить вашему вниманию дренажные насосы торговой марки «Педрова». Здесь у нас представлена модель серии DM. Они бывают в нескольких видах. По каталогу мы можем видеть это DM8, DM10, 15, 18, 20 и 30. Различная мощность от 0,55 кВт до 1,1. И также мы видим график по напору и производительности. То есть высокая производительность до 18 кубов в час и довольно-таки высокий напор откачки, 27 метров. Насосы выполнены в нержавеющей стали, это корпус электродвигателя и чугунная часть, там, где находится всасывание. Всасывание производится у нас снизу, вот такая вот удобная площадка, на которой он устанавливается, через отверстие всасывается жидкость, внутри у нас там находится патрубок, значит, рабочие колеса. Затем вода попадает в патрубок нагнетательный, который у нас имеет резьбовое подключение диаметром 50 мм, 2 дюйма. Также в комплект поставки идет кабель, довольно-таки длинный, подключается все 220 вольт, стандартная вилка. И также имеется поплавковый выключатель, который автоматически включает и отключает насос. Имеется фиксатор, вы можете регулировать высоту поплавка и таким же образом регулировать уровень откачки жидкости. Насосы все оригинальные. Работаем только с торговой марки «Педрола» Италия. Значит, здесь у нас представлено по каталогу, можно видеть все характеристики. Если какие-то более подробные детали нужны о данной модели, вы можете всегда уточнить у менеджера нашей компании. Также не забывайте то, что купить ее по хорошей цене, вы также можете в нашей компании «Электромотор». Телефон для покупок 044-530-38.